Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем с тобой награды и смотрим сейчас, где я нахожусь. А нахожусь я в Лиге Сёгунов, одна звезда. Погоди секунду. Секундочку, у нас сегодня что? У нас сегодня пятница, да? И я в Лиге Сёгунов, одна звезда. Так, ну что, давай прикинем. Пятница. То есть у меня остается всего лишь 2 дня, ну, не включая этот день. Но, в принципе, с Лиги Сёгунов до Лиги Мастеров добраться бы сегодня. Опять же, ребята, все дело в откатах. Мы с тобой сможем сделать много поединков, если у нас будут откаты. Но я все баксы потратил на телепорты. Поэтому сейчас и денег, как говорится, нету, и откатов не приобрету. Но зато мы уже в Лиге Сёгунов 2 звезды. Слушай, ну это хороший знак. Это знак хороший. Если мы сегодня добираемся до Лиги Мастеров, то что? Правильно. То за 2 дня мы с тобой, ну, по-любому просто заберемся в топчик. А если нет... Ну, тогда придется нам с тобой получить меньше осколков, чем я рассчитываю. Я рассчитываю на 75, как обычно. Вот. Вчера, ребята, у меня что-то проблемы с интернетом какие-то были. Я не мог поиграть вообще ни во что. Не знаю, что там, блин. Постоянные забрывы связи. Вот сейчас вот сел, вроде бы пока нормально. Ничего, никаких перебоев нету. Но, опять же, не могу дать гарантии, что все пройдет четенько. Так, давай дальше. Ну, тут понятное дело, что враги пока слабенькие. Армагон здесь справится в одно лицо. С одной, так сказать, тычки. Всех ушатает. Мне сейчас все равно, ребята, какие поединки делать, лишь бы быстренько добраться до Лиги Мастеров. Каким способом, уже не имеет значения. Главное, чтобы быстро. Но что-то быстро у нас не получается. 61-я позиция в данный момент. Такс. Мне не дадут? 16-21 я не заслужил, по ходу дела, еще, да? Ну давай, господи, ну... Не-а, не хочет давать. Блин, ну ладно. Ладно. Я беру здесь Бакстера Стокмана. Так. Только стоило мне сказать, что все хорошо, и на тебе, игра вылетела. Написано было неизвестная ошибка. Какая именно, фиг ее знает. Так, ладно. Да иди ты, Донни, пока отсюда, а. Не нервируй меня. Итак, настроение, как говорится, не к черту, а ты еще тут лезешь, куда не нужно. Ну что, волну? Конечно, ребят, смертельная волна. Упс. Так, погоди-ка. В плане. Айси так. А теперь что сделаем-то? Ну, давай попробуем шайбой со взрывчаткой. Отлично. Ну и здесь добиваем. Прекрасно. Так, что мне там, ребята, за списочек я сегодня себе составил? Я еще, правда, его вчера составил по прохождению игр, которые будут. Но ему... не суждено было реализоваться. Так. Черепашки, драконы всадников, олухов. Что тут еще у нас идет? Ага. Ой, ё-моё, засмотрелся, зачитался. Ну, не знаю, будем ли мы сегодня в Stick War Legacy играть. Bet to bet, может быть, зайду. Может быть, зайду. Так, ну что, поехали. Бомбочка. И массовая на поджог. Прекрасно. Так, чешем тогда далее. Да ё-моё, так долго мы добираемся до Лиги Сёгунов 3 звезды. Прям очень долго. Так, возьму Донателло тогда и вот этого Рафаэля. Раз, два, три.
Хотя у них ранг-то небольшой, 61-й. Мы могли бы здесь с тобой вообще просто на автобое сыграть. Но это будет слишком долго, поэтому я решил сам их тут расковырять. Так, давай добивай их до Нателла. И двигаемся дальше. Не знаю, наверное, пару каток, и мы с тобой уже будем в Лиге Сёгунов 3 звездочки. А потом еще нужно будет, ребят, бомбить, чтобы дойти до Лиги Мастеров. Так, ну давай здесь возьму, наверное, Крысиного Короля. Посмотрим, сможет ли он, например, с одной каточки, с одной плюшки ушатать всех. Как ты думаешь? Мне кажется, вряд ли. Я ошибался. Он завалил их вообще на изи. А я что-то подумал, что не получится. Ну вот, я говорю, пару каток надо будет, ребят, делать. Это только сейчас мы с тобой куда-то заберемся. Так, 16-21 есть. Возьмем Кожеголового. Так, так, так. И вот так. Ну что ж, нормально. Кожеголовый. Ну, естественно, сейчас поиграем в кегли. Давай, родной, устраиваем там переполох. Все, как и запланировано было. Ну что, переходим? Конечно, переходим, ребят. И позиция у нас 91-я. Так, значит, 91-я. Ну что же, бойцов у нас не так уж много остается. Ну, я думаю, что... Я надеюсь, по крайней мере, что пиццелицы здесь... С одной тычки их все-таки сможет уложить. Ну, естественно, будет бросать свою... Как она там? Плюшку? Ну-ка, проверим. Упс. Не добило. Я вообще-то думал, что у него получится. Давай свертушки ему. В наказание. А не тут-то было. Ну, ладно, я... Нисколечко не расстраиваюсь. Главное, что идем ровно и, как говорится, без потерь. И очень мало дают нам кубков. То есть мы быстро не передвигаемся с тобой, не перемещаемся. Что-то я такой уставший, господи. Вчера немножечко расслабился, но... Отвратительное состояние, если честно. На улице тоже не поймешь. Вроде солнце, вроде 15 градусов тепла, но ветер, фиг его знает. Никакого желания никуда и выходить нету. Так, здесь тоже разобрались. Как думаешь, доберемся мы до Лиги Мастеров сегодня? У меня, конечно, теплится надежда, но вот... Честно говоря, не особо уверен в этом. Ну, давай возьмем Макмана здесь, например, и Рафаэля. Да иди ты, толстопуз. Раз, два, три. Мы еще даже с тобой до 60-х не дошли. 57-е, 59-е отыгрываются. Хм. Окей. Давай массовую сделаем. Прекрасно. Рафаэль все-таки их ушатал всех. Нормально. Так, давай 55-ю. 52-я, прикольно. Ну что, почти, ребят, почти. Перешли уже на новый ранг. Давай я возьму, наверное, здесь Крэнга. Одного, конечно же. Там 59-го уровня бойцы, так что... Мне кажется, все должно получиться. Ну, опять же, с одной тычки проверим. Ну, давай, влупляй. Отлично. Да, Крэнк не подводит. Ну, хотя иногда бывает, что он не добивает врагов. И остаются они, пускай даже с маленьким ХП, но остаются. Так, 41-я позиция. Ну, давай ты быстрее там придумывай. 41-я позиция. Я маузеров пока трогать не буду. У меня здесь есть кунаичи
И, в принципе, уже все. Тут ребята семидесятники пошли. Так что можно особо, как говорится, не выпендриваться. Давай сделаем массовую. Готовы. Как говорится, один удар, один труп. Точнее, один удар и пять трупов. Ну, 25-е. Да, мы, наверное, только перейдем, ребята, в Лигу Мастеров. Но, к сожалению, у нас не будет там задела, так скажем, для того, чтобы нам сохраниться в этой позиции до следующей серии. Вот в чем проблема. Единственный вариант, это если только опять зайти и вечером поиграть. Потому что сейчас на моих часах 9:30 времени. И это вечером, если мы зайдем, поиграем. Так, пауку с двойной атаку сделал нормально. То, в принципе, уже, как говорится, будет полдела сделано. Там останется лишь добраться до Лиги Мастеров 3 звезды и укрепиться. Так, ну что, где? Давай, показывай быстрее. Нет, давай мне, пожалуйста, 16-22. Ведь было же. Я ведь видел. Вот, 16-22 есть. Ну что, я возьму тогда маузеров. Пам-пам-пам-пам. Ну и еще раз придется тогда брать маузеров, потому что этих ребят мы самостоятельно отыграть не сможем, скорее всего. Ну давай, родные мои, вжаривайте этим подонкам. По-другому и быть не могло. Идеальным. Ну что, давай, последний поединок. Ага, мы в Лиге Мастеров. Так, закрепиться не получится, ребят. Слишком мало оборотов мы берем. Ну давай возьмем, например, Армагона. Армагон справится. Ай-яй-яй, что-то, блин. Да откуда же... Почему я не увидел, что Супер Шреддер и Слэш, блин, не отыграны? Ё-моё, зачем? Вот, ну, зачем я сейчас это сделал? Ай, блин. Теперь придется тогда сделать нам следующее. Мы возьмем сейчас с тобой этих двух персонажей и трех на откат. И посмотреть надо, сколько, кстати, у нас откатов вообще. 11 откатов. Ладно, я все-таки, ребят, возьму. Я все-таки сделаю катку сейчас. Полноценную, полную. Так, возьмем Рамагона. Крысиного короля. Этих двух. И пускай будет Рафаэль. Тут уже не имеет значения, кого ты там берешь. Тут достаточно и одного Рамагона, в принципе. Ага. Но Супер Шреддер ходит первым. Вот, ребятушки, видите? Не добил. Постепенный урон повесил, да, они не жильцы, но по факту же он их не добил. Они не упали. Так что вот так. Ну что, с ареной мы закончили. 75-я позиция. Так, зайдем в магазин, заберем бесплатно пак. Ага. Окей. Так, теперь пойдем дальше докачивать Донателло. Так, во-первых, уровень 78, отлично. Так, и смотрим. А здесь нам не хватает еще 5 наушников надо. Одни. Так, вторые. Третьи. Четвертые. Ну, четвертые. Пятые. Прокачиваем, ребят. До 6-й ступени. Так, а здесь... Здесь тоже нужно 4 наушника. Один. Давай, 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 не жмись. Ну, какая колба зеленая? Ну, что ты вот прицепился к этой колбе?
То просто мутаген, то колба. Ну-ка, давай-ка, может быть, вот тут лучше будет. Так, вторые. Третьи наушники и последние. Отлично, ребят. Так, 4 наушника мы получили. И 8 пультов. Один. Так, второй пульт. Третий. Да, пицца закончилась, ребята. Четвертый. 4 пульта нашли, нам нужно будет еще 4. Так, давай забираем здесь награды. И пошли по-быстренькому пробежимся по серии испытаний. Кстати, уже... Да, уже скоро она закончится у нас. И мы пойдем... И мы пойдем с тобой Кренга бить. Да блин, ты серьезно? Вперед. Вот так вот бывает, ребята. Забываешь об этом, что у тебя. Поэтому всегда нужно вначале выполнять все-таки задание, а потом уже... Да чтоб тебе... Я еще и команду не добрал. Ну все, ребята, я говорю. Состояние нестояние называется. Все поперепутал. Блин, ну... Ну как так-то? Да. Взял неполную команду, блин. Что-то со мной творится. Еще не проснулся, наверное. Так, ну что, давай тогда вертушку, наверное, сделаем. И добиваем. Ну и прекрасно. Так, это, по-моему, ребята, на сегодня у нас все, да? Насколько я понимаю. Нам осталось только забрать награды. И, в принципе, да. Разбираем здесь осколки. Так, по заданиям все. А, подожди, у нас же... А! 5 часов, да, осталось до открытия? Ну, понятно. Вот, платиновый. Да, кстати, есть повод, ребята, вечером зайти, чтобы пройти, например, вот это платиновое событие на союзнике и получить эксперт-снаряжение. Но вам рекомендую, ребята, если у кого нету супер-шреддера, обязательно проходить, пытаться проходить эксперт вот этот вот, чтобы получать на него осколки. Чувачок очень даже неплох. Ну что, ребята, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.